Парк «Семья» на 50 лет в ЛКСМ приводит в порядок несколько лет. Часть работ сделана. Дорожки, освещение, лавочки, отремонтированный фонтан. Основное еще впереди. Подрядчикам предстоит демонтировать старые опоры освещения, установить камеры видеонаблюдения по всему периметру. Основные работы сейчас ведут у входной группы. Ее дизайн, кстати, выбирали сами жители. Новый вход будет сделан в виде арки с оформлением в том же стиле, что и расположенный рядом центр «Патриот». Однако не все так радужно. Из-за ремонта некоторые части парка оказались перекрыты строительной техникой, прибавилось мусора. На это неоднократно жаловались жители. Сейчас пока немножко грязно с ремонта, а так воздух. Что вам нравится в парке? Расскажите, почему вы сюда приходите? Расскажите. Воздух. Здесь музыка, бывают мероприятия, танцы по четвергам. Да и новый туалет, как оказалось, не работает. В дирекции парков отметили, кабинку уже подключили к водоснабжению. А мэр Александр Балдакин поручил руководству семьи заняться делом. Покрасить ограждение, покосить траву и убрать мусор. Прошу потерпеть, как работа закончится, мы здесь загоним технику и отмоем все тротуары, все газоны, которые здесь находятся в нейтральном состоянии. Здесь много еще предстоит, что сделать. В первую очередь сейчас проработаем, значит, покраску забора и с внешней стороны там уборку покосов, кустарников и травы, которая там заросла, и покраску забора. Благоустройство идет и в парке «Молодежный», где готовят основания под укладку брусчатки на тротуары, обновляют бордюры. Жители попросили властей пересмотреть схему обустройства пешеходных дорожек, чтобы детям из микрорайона «Новая жизнь» было удобнее добираться до 34-й гимназии. Жители обратились с просьбой пересмотреть проект и немного изменить маршрут прокладки одной из дорожек. Соответственно, вот сегодня, я надеюсь, у нас этот вопрос будет обсужден и урегулирован. Объем дополнительных работ просчитают в МБУ «Стройзаказчик», а пока в парке монтируют освещение, скамейки и урны. Работы в зонах отдыха ведут по госпрограмме формирования комфортной городской среды. Анна Тищенко, Улправда ТВ.